Друзья, приветствую всех. Сегодня будет очень важное обращение для тех, кто решился заходить в крипту, кто хочет здесь заработать очень много денег. Если вы не поймете то, что я вам сейчас расскажу, вы никогда здесь не заработаете деньги. Никогда. Поверьте мне, я вам расскажу сейчас то, от чего вы будете в шоке. Об этом вам никто не расскажет. Никто не расскажет. Я вам расскажу все со своего опыта. Я проходил вот ситуацию в 2017 году. Я дохрена заработал на крипте. Я именно зарабатываю, понимаете? Я не трейдер, я инвестор. Я зарабатываю здесь деньги. Я не делаю иксы. Я зарабатываю деньги. Смотрите. Пузырь рано или поздно лопнет. Рано или поздно лопнет. Вот такая вот будет ситуация. Она будет, поверьте мне. Такая ситуация была в 2018 году. И такая ситуация рано или поздно случится. Конечно же, никто не знает, сколько продлится вот рост, сколько продлится падение. Этого никто не знает. И никто не знает, когда это случится. Текущий рост может продолжаться еще очень долгое время. Мы не знаем, сколько будет длиться бычья ловушка, но она обязательно будет, ребята, поверьте мне. Теперь смотрите, что самое главное в заработке на крипте. Если вы новичок, я вам даю гарантию, вы этого не знаете. Что самое главное в заработке денег? Именно в заработке денег. Цель. Самая главная цель здесь. Ни теханализ, ни знание. Это все до одного места. Поверьте мне, если у вас не будет цели, вы никогда здесь не заработаете деньги. Никогда. Вы будете делать иксы. Да, делать иксы вы будете. Но вы здесь не заработаете. Если у вас нет цели, если вы не будете забирать свои вложенные деньги, если вы не будете фиксировать прибыль, если у вас нет финансовой грамотности, вы никогда здесь не заработаете деньги. Вы можете сейчас вот здесь на хайпе делать иксы, но деньги вы здесь не заработаете, если у вас нет цели. Если вы последние деньги будете нести в крипту, вы здесь не заработаете деньги. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я через все это прошел. Я видел очень много трейдеров, которые вот здесь теряли деньги. Квартиры люди продавали вот здесь вот и вкладывались в биткоин. И потом не выдерживали и фиксировали убыток. Инвесторы заработали, потому что инвесторы вложились на длительный период. Почему здесь так важна цель? Почему здесь важен самоконтроль? Здесь зарабатывают деньги люди, которые умеют контролировать себя, инвесторы, которые умеют себя контролировать. Если у вас нет цели, если у вас нет самоконтроля, вы вот здесь попадаете в зависимость, вы начинаете жадничать, потому что вы сделали с 10 тысяч 20, с 20 50, с 50 100, но вы нифига ничего не фиксируете, понимаете? Зачем же вам фиксировать, если вы так легко с 10 тысяч сделали 100? Вы себе думаете, нафига мне фиксировать, если я смогу со 100 тысяч сделать миллион, с миллиона сделать 3. И вот здесь люди попадают в ловушку, они теряют все. Они начинали с 10 и потом возвращаются к десятке. Поверьте мне, и с вами будет такое, если вы не начнете фиксировать прибыль, если вы не начнете ставить цель. Вот, у вас есть 10 тысяч, у вас цель 50. Заработать 50 и купить квартиру, вот цель. Только такие люди на крипте зарабатывают деньги. И таких людей единицы, поверьте, их единицы. Зарабатывают деньги вот на жадных людях. Умные инвесторы, которые умеют себя контролировать, зарабатывают деньги на вот таких вот жадных людях, которым всегда мало, у которых нет цели. Так, ребята, сел монтировать видео и понял, что не до конца раскрыл тему. Я вот хочу вам еще раз объяснить вот эту ловушку. Человек вот так устроен, что он не хочет, чтобы вот эта вот сказка, чтобы эта халява заканчивалась. 99% людей не останавливаются. Чем больше, тем лучше, здесь не работает. Если вы не знаете, сколько вы хотите заработать, вы не заработаете. Если вы не заберете деньги, вы не заработаете. Я в этой теме уже лет 10, ребята, я сталкивался с этим. На хайпах, на финансовых пирамидах, на бинарных опционах, на крипте. Это основная причина, из-за чего люди не могут заработать. Не из-за знаний, не из-за того, что они там не умеют торговать. Нет. Это как играть в русскую рулетку. Всегда. Ты рано или поздно умрешь.
Поймите это, рано или поздно ты умрешь. Также и с криптой. Зачем тебе выводить деньги с крипты? Зачем? Если ты можешь докинуть и увеличить свои деньги. Докинуть и еще раз увеличить. А верхней границы нет, нет цели. Человеку всегда мало. Так устроен человек, ему будет всегда мало. И рано или поздно он потеряет все. Соблазн очень велик. Чем больше легких денег тебе приходит, тем быстрее, блин, разум слетает с катушек. Ты себе такой думаешь: так, у меня сейчас 1000, ну было бы круто, 5 иметь, классно. И вот у тебя уже 5, и ты себе такой думаешь: ну зачем мне выводить 5? Было бы классно заработать на машину. И вот у тебя уже 25, все, можно купить машину. Ну блин, можно же купить машину получше. Вот мне нужно 100 000. И вот у тебя уже 100 000. Ну это я к примеру. Так, машину я себе куплю, но с помощью этих денег можно же заработать на дом. И вот у тебя уже 500 000. Но ты ни хрена не выводишь. А соблазн растет, ты хочешь все больше и больше. За 500 000 дом так себе, я уже хочу с бассейном, за 1 000 000. И вот так до бесконечности. Это не заканчивается. Ну, это я выбрал очень длинный промежуток. Обычно все заканчивается намного быстрее. При виде легких денег у человека одни мечтания, конкретики нет. Я богат, потому что я ставил цели и закрывал. Поставил цель купить однушку, закрыл ее. Я же мог тоже. О, хочется уже двушку, хочется уже получше квартиру. Нет, поставил, закрыл. Поставил, закрыл. Поставил, закрыл. И вот так вот маленькими шагами я двигаюсь. И цели растут у тебя. Но ты уже зафиксировал много целей. Ты уже создал свой капитал. Поставил цель, закрыл цель. Двигаешься дальше. Вот так становятся богатыми. И вот об этом никто не говорит. Это самая главная проблема в заработке денег. Вы ни на одном канале по криптовалютам не услышите такого. Не услышите. Вас там учат всему, но только не самому главному. Еще раз повторюсь. Здесь заработают деньги. Реально заработают. Поверьте мне. 10%. Да какие 10? 5%, может быть, там 2% людей заработают здесь деньги. 99% людей делают иксы. Они в огромном плюсе. Но быть в плюсе и заработать деньги – это две разные вещи. Сейчас все в огромном плюсе. Но заработают не все. Заработают единицы. И я хочу, чтобы вы были этими единицами, которые здесь реально заработают деньги. Вы должны понимать, к чему все сводится. Здесь нужно заработать деньги. Здесь важен не трейдинг, не теханализ. Это все до одного места. Поймите вы это. Если вы не умеете себя контролировать, если у вас нет цели, если финансовая грамотность на нуле. Мне писал человек, который с 10 000, знаете, сколько сделал? Вы сейчас охренеете. С 10 000 долларов он сделал 1 000 000. 1 000 000 долларов. Вот, за 20-й год, вы представляете, какие сейчас проценты? Мне столько людей написало, они просто в таком шоколаде. Общался недавно с человеком, у него 20 биткоинов. И они сделали это состояние за год. Вы представляете, что сейчас творят люди на крипте? Скажите, можно назвать этих людей миллионерами? Нет. Они не зафиксировали прибыль. Вот тот человек, который с десятки сделал лям, вот я сейчас к тебе обращаюсь, я ему писал, еще раз скажу, фиксируй прибыль. Зафиксируй 500 000 долларов. А он не хочет их фиксировать. Зачем ему 500 000 долларов фиксировать? Зачем, если он может их вложить? Какой сейчас хайп пошел? Зачем ему все это? Он вложит сейчас эти 500 000 и сделает 3 000 000, а с этих 3 сделает 10. Вот он будет мультимиллионером. Нет! Он может все потерять, пузырь лопнет, поверьте мне, пузырь лопнет. Я тоже был наивным в 2017 году, крипта — это будущее, все будет расти постоянно. Нет, ребята, пузырь лопнет, поверьте мне, как человеку с опытом, который прошел через все. Пузырь лопнет, и этот человек вернется к своим 10 000 долларам, если он не зафиксирует. Вот сейчас я ему писал: бери 500 000, выводи и паркуй деньги в недвижимости. Это самое лучшее решение. На 300 000 купи недвижимости. На 200 000 зайди в акции. Купи какой-то фонд, если ты не хочешь в этом разбираться. Купи просто американский индекс.
Купи там на 100 тысяч золота, зафиксируй чуть-чуть денег. Зафиксируй хотя бы 50%. Если ты не хочешь ничего вообще фиксировать, окей, свою десятку. Возьми, забери свою десятку и где-то ее отложи. Просто переведи в нал. Свои 10 тысяч долларов, с которых ты начинал, переведи их в нал, чувак, переведи. Если ты не зафиксируешь и попадешься вот на обвал, у тебя останется твоя десятка, и тебе не так будет обидно. Хотя нет, тебе будет очень обидно знать, что у тебя было в руках полмиллиона долларов, миллион долларов, и ты упустил эту прибыль. Это очень крутой результат. 100%, да даже 20% это очень крутой результат к капиталу. Сейчас очень много новичков пришли в крипту. И эти новички это мясо. Это мясо. На этих новичках заработают деньги другие люди. Вы должны это понимать. Смотрите, капитализация. Это общая рыночная капитализация криптовалют. 2,3 триллиона долларов. Смотрите, как выросло, да? Вот, был 1 триллион еще совсем недавно. В два раза выросла капитализация. Люди сюда несут свои деньги на хайпе, на эйфории. И они думают, что это все будет продолжаться вечно. Я тоже так думал. Я попался вот в бычью ловушку, вот здесь. Я попался в бычью ловушку, да, когда пошла просадка, а потом начался рост. И вот я думал, вот, я зашел в хорошей точке. Потом начался рост, и потом опять все рухнуло. Я, ребята, через это прошел, но одно дело попасться в ловушку и просрать деньги, а другое дело попасться в ловушку и заработать. Я вам уже говорил, все трейдеры просрали свои деньги. Трейдеры начали фиксировать убытки, инвесторы заработали. Поймите, вы будете здесь делать ошибки. Люди думают, здесь важен технический анализ, это здесь самое главное, нужно вот все изучить, я буду здесь зарабатывать. Самое важное здесь самоконтроль и цель. Психология намного важнее математики. Смотрите, давайте рассмотрим такую крипту, как Ethereum Classic. Смотрите, какая сейчас цена. А вот бычья ловушка. Вот здесь я в нее попался. Я покупал Ethereum Classic в среднем по $20. Я взял в 2017 году, вот здесь где-то его, за $20. И потом пошел рост, цена опустилась. Я вот, смотрите, думал, видите, тренд, идет тренд, восходящий тренд сейчас. Крипта полетит в космос. И я вот здесь еще зашел, тоже где-то по $20. Все, я попался в эту ловушку. И потом все рухнуло. И потом три года я в минусе был. Видите, я допустил ошибку. Ошибки будут. Ошибки вас учат. Поймите вы это. Многие думают, вот я все изучу и не буду совершать ошибок. Вы всегда будете совершать ошибки, просто на разных уровнях. И я буду совершать ошибки. Я тоже, поверьте, буду совершать ошибки вот здесь. Я буду их совершать всю жизнь. Но ошибки уже будут другого уровня. Вот таких вот уже глупых ошибок я совершать не буду. И вам сейчас об этом рассказываю, как этого избежать. Итак, смотрите. Все рухнуло, и сейчас я зафиксировал Ethereum Classic по $105. Я просто подождал. Прибыль 500%. Прибыль 500%. Я здесь зарабатываю деньги, ребята. Я вам рассказываю, как заработать здесь деньги. Не делать иксы. Не учу вас трейдингу. Это все до одного места. Многие могут сказать, Ethereum Classic еще будет расти. Ты дурак, зачем ты так рано продал? Да какая разница? У меня кэш есть, я зафиксировал прибыль 500%, это огромные деньги. Вы можете гнаться бесконечно за иксами, но денег вы не увидите. Самое главное здесь заработать. Я уже зафиксировался, все. Я заработал на крипте. Многие вот здесь все слили, трейдеры вот здесь в панике бежали, фиксировали убытки. Я просто подождал. Вот вам, кстати, пост. Я тогда торговал на бирже Bitfinex. Вот, у меня было 180 штук эфира. Потом я еще докупил вот здесь. Попался в ловушку. Я попался в ловушку. Я совершил ошибку. Но я заработал. Я зафиксировал. Все, я вышел с эфириума. В огромном плюсе я сейчас. Вот как нужно делать здесь деньги, ребята. Этот пост я делал в начале 2018 года. Я уже довольно-таки много в крипте. Смотрите. Какой был тогда рынок? Так что подумайте, ребята. Где вы хотите быть? Вы хотите делать иксы?
или зарабатывать здесь деньги. Сейчас очень много моих подписчиков зашло в крипту. Много ребят из закрытого канала переключились на крипту. И это обращение мое к вам. Чтобы вы потом не говорили, что я вас не предупреждал, чтобы вы потом не кусали локти, ребята. Только понимая вот эти вот базовые правила, можно здесь заработать. Ставьте цели, фиксируйте прибыль. Иначе будете в числе тех, которые просто делают иксы, но денег не видят. Денег они не видят. Кстати, знаете, кто больше всех денег заработал в моем закрытом канале? На крипте, именно на крипте. Люди, которые вообще в крипте не разбираются. Они купили и забыли. Я запускал канал когда? Год назад. И вот я для всех ребят из закрытого канала выложил список, мой портфель, мой криптопортфель, список моей криптовалюты. И люди, которые вообще в этом не разбирались, они просто взяли и купили все как у меня. Они просто купили. Они не изучали теханализ, они ничего об этом не знали. Они просто взяли и скопировали мой портфель. Просто. Все позиции. Они купили все, что было у меня. Представляете? Все. И они сейчас в огромном плюсе. Плюс 500% на вложенные деньги. Также мне писали трейдеры, которые сами там заходили в крипту. Тарас, ты не понимаешь. Вот, нужно заходить сюда. Вот, смотри, какие иксы. Ну, у них 200-300%. Именно трейдеры. Они именно занимались крипто, именно торговали. И у них хуже результаты, чем у пассивных инвесторов. Чем у людей, которые в крипте не разбираются, купили и забыли. Вот такой вот парадокс. Видите, что здесь главное в заработке? А новички этого не понимают. Они думают, вот, я буду трейдером, я много заработаю. Вы видели трейдеров в Форбсе, в списке Forbes? Кто в Форбсе? Инвесторы, бизнесмены, кто в Форбсе? Инвесторы, запомните, будут всегда побеждать трейдеров. Так что, ребята, поймите, что здесь важнее всего. Что я скажу по крипте? Я сейчас буду активно заходить в крипту. И мы вот в закрытом канале будем активно инвестировать в крипту, потому что сейчас отличная возможность заработать деньги. Именно заработать деньги. Именно сейчас на хайпе мы можем хорошо увеличить свой капитал. Нам не нужно гнаться за иксами. Нам не нужны миллионы в цифрах, да, в цифрах. Нам нужны десятки тысяч в кармане, в долларах. Вот что нам нужно. Поймите эту истину. Вот вам цитата от меня. И вот кто-кто, но я точно знаю, как здесь заработать огромные деньги. И мы будем это делать в закрытом канале. Так что, кому интересно, присоединяйтесь. Я буду писать, что мы будем фиксировать. Вы должны быть теми единицами, которые здесь заработают деньги. Вот мое послание вам. Работать с криптой мы будем только на бирже Binance. Ссылка на биржу в описании с пожизненной скидкой на комиссии в 20%. Если вы перейдете по оригинальной ссылке, этой скидки не будет. Многие блогеры эту скидку не дают. У меня пожизненная скидка стоит 20%, так что регистрируйтесь, не затупите. Потому что я этой темы не знал, зарегистрировался через оригинальную ссылку, и там этой скидки не было. А по моей ссылке, вот Bitlu Binance, вы получите пожизненную скидку на комиссии в 20%. Всем желаю заработать деньги на крипте. Иксов желать не буду. Всем желаю заработать деньги на крипте. Остальное не так уж и важно. Сколько там процентов? Главное здесь заработать. Потому что 90% здесь сольют свои деньги. Всем удачи. Если понравилось видео, поставьте ему лайк. Пока.